Всем привет! Сегодня обзор пневматического ружья, стреляющего 6-миллиметровыми пульками, которое изготовлено из пластика. Оно помповое и идет с лазерным прицелом. Коробка длиной 70 сантиметров, яркая. Написано на коробке, что это модель МТС-255А. И также написано еще на коробке, что это как бы один к одному реальная копия существующего боевого оружия. С торцов вот здесь информация, что нужно присоединить приклад и куда присоединять лазерный прицел и как заряжать данное оружие. Итак, данное ружье у нас нужно немножко собрать, а собрать нужно присоединить приклад. Присоединяется он просто, и все, он на месте. Есть кнопка, когда отсоединить нужно, нажимается кнопочка и отсоединяется приклад. Вот такое ружье, оно из пластика, я уже говорил, оно легкое, не утяжеленное. Бывает, утяжеляется данное оружие, но это нет. Как видим, комплект пулек и лазерный прицел с фонариком. Просто присоединяется вот таким образом. Оно помповое, эта часть цевья перезаряжается. Здесь пластик у нас под дерево. И сам приклад тоже из пластика цвета под дерево. А остальное все же должно быть металлом. Оно у нас черное. Пластик хорошего качества. И ружье, конечно, выглядит довольно-таки симпатично, интересно. А с пульки засыпается в это отверстие, что я сейчас делаю, и как всегда постреляем. Все, пульки засыпаны, очень легко перезаряжается, трудностей не будет ни у кого. Очень легко перезаряжается, можно очень быстро производить стрельбу по убойности. Очень интересно получилось. А, тут просто свободное место. Ну, меньше сантиметра, где-то 5 миллиметров вошли пульки в слайм. При стрельбе не забывайте соблюдать технику безопасности, потому что это очень больно, можно нанести увечья, если вы, не дай бог, наведете ружье на людей и животных, случайно выстрелите, можете нанести травму. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки, кому интересно, заходите на мой канал, смотрите другие видео, не забывайте подписываться на канал. Большое спасибо за внимание, до встречи!